Черноморец вышел из отпуска примерно 2 недели назад. Состав изменился до неузнаваемости. Ушло 19 человек, пришло 6, еще около 10 на просмотре. Возможно, кто-то присоединится на турецких сборах. Чтобы сколотить новую команду, в тренерском штабе решили полностью разрушить фундамент и построить все заново. Зараз идет этап знакомства, можно его так назвать. Ознакомление, знакомство, хлопцы, полностью собрана новая команда. Для того, чтобы налагодить связки как на футбольном поле, так и поза его межами, потрібен час, звичайно. Чтобы поднять командный дух, новый состав вместе с тренерами и руководством клуба на крещение решили коллективно окунуться в море. Идею нам подкинул генеральный директор Анатолій Миколаївич Місюра, він регулярно цим займається, не тільки на Водохреща. І я дуже радий, що ми реалізували цю спробу, скажімо так. Ну, на перший раз не всі. Ми не примушували, це було побажання, але я радий, що ті, хто себе, сказати, налаштував на це, и сделал это. За время сбора в Одессе моряки уже провели 2 спарринга. В среду под дождем сыграли в ничью с Балканами 1-1. В первом тайме уже в компенсированное время счет открыл защитник одессита Вячеслав Велев после стандарта. Во втором собственные ворота поразил нападающий Андрей Штагрин. А на прошлой неделе черно-синие провели двусторонку со смешанными составами. Что до первого спарринга, вы правы, были смешанные склады, было очень много сумбуру. Хоча, в принципі, ми задоволені тим і дублюючим складом, тому що ну, вони вже трошки попрацювали, вони вже знають наші вимоги і тренерського штабу другої команди. Вони вже набагато краще виглядають у бійцівському аспекті, тобто ну, боротьба, вони не програють, вони стараються, це нас дуже задовольняє. А сьогодні ми вже, в принципі, в першому таймі моментами, можна сказати, бачили, в принципі, десь те, що ми хотіли бачити. В этих матчах были задействованы как игроки, с которыми уже подписали контракты, так и те, кто находится на просмотре. Официально в Черноморец перешли пока 6 футболистов. Вратарь Алексей Поломарчук из «Балкан», полузащитники Владислав Клименко из «Ингульца», Виктор Лиховитько из «Горняк спорта», Алексей Зинкевич из «Агробизнеса», нападающий Роман Попов из «Николаева» и защитник Евгений Зубейко вернулся в Одессу из Минска. Можу сказати, що це є хлопці, ну, які, так би мовити, знаходяться на підйомі, на злеті, тому ми їх і запросили. Вони були в своїх командах лідерами, і це дуже важливо. І так само є дуже важливо, що ці хлопці дуже хотіли грати за Чорноморець, а цей аспект ми вважаємо чи не найважливіший. 5 февраля Черноморец вылетит в Турцию, где проведет 2 тренировочных сбора. Спарринг-партнеры пока уточняются, но точно будет игра с ФК Мариуполем, а также с командами из Польши, Грузии и Латвии. Дмитрий Богомолов, Анастасия Валивка, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».